Мне кажется, что сейчас еще правильно идет изменение, ведь изменили возрастную рамку возможности подписания первого и второго контракта. Я просто почему думаю, что это важно? Ну, я говорю с большим количеством самых разных людей. Вот кто хочет идти повоевать, это ребята там помоложе меня и мои ровесники. Ну, потому что многое знают, умеют и четко понимают. И они как раз многие переживали, что у них не было такой возможности, в том числе и по закону. Они добровольцами хотят, и добровольцами контракт. Потому что поддержка, конечно, в народе колоссальная. Плюс у нас молодежи же немного. Но у нас же демографическая яма, у нас объективно больше людей, там, среднего возраста и взрослого. А мы еще ого-го как можем.